простой электрогриль с отсеком для подогрева булочек и бутербродов. Сегодня в обзоре электрогриль KT1610 марки Kitworth. В комплекте с устройством идет поддон для жира, инструкция и гарантийный талон на год. Рассмотрим прибор внимательнее. Размеры 27 на 17 на 30 сантиметров. Такой гриль не займет много места даже на маленькой кухне. Сверху находится отсек с прозрачной крышкой. Он нужен для подогрева булочек или бутербродов и приготовления тостов. Рядом расположен красный индикатор нагрева. Открываем прибор. Внутри две нагревательные панели с ребристой поверхностью. Обратите внимание, они несъемные. Панели сделаны из алюминия с антипригарным покрытием. На них можно готовить с минимумом масла или совсем без него. Снизу установлен съемный поддон, куда стекает жир и сок. На самом дне прибора есть прорезиненные ножки, чтобы гриль не скользил по столу. Готовить на этом гриле очень просто. Здесь нет кнопок и переключателей. Прибор начинает работать сразу, как его подключают к сети. Нужно только дождаться нагрева панелей и положить в гриль продукты. Мощность устройства 1100 Вт. Прибор можно использовать двумя способами. В двухстороннем режиме гриль закрывается крышкой, и продукты обжариваются сразу с двух сторон. В одностороннем режиме крышка открывается на 90 градусов, и гриль превращается в жаровню или сковороду. Панели легко очищаются влажной и сухой тканью или салфетками. Поддон для жира можно мыть в посудомоечной машине. Подведем итог. Kitworth KT1610 подойдет тем, кто ищет доступный электрогриль с максимально простым управлением. У него есть отсек для подогрева булочек и два режима работы – односторонний и двухсторонний. Хороший вариант для небольшой семьи.